С нашей стороны. Число зарегистрированных пожаров в Солнечногорском районе остается на прежнем уровне. Об этом сообщили сотрудники противопожарной службы. Как констатировал начальник районного управления безопасности Александр Донсков, наихудшая ситуация складывается в Солнечногорске. С начала года в городе произошло около 30 пожаров. Представители городской администрации на заседании не было. Следовательно, и пояснений никто не представил. Это, конечно, из рук вон. Плохо. И насколько я в курсе, Сергей Владимирович, наихудшее состояние с функционированием пожарных гидрантов. Правильно я понимаю? 50 пожарных гидрантов не работает в городском поселении Солнечногорск. 21 пожар зарегистрирован в Андреевке. Как пояснили представители поселения, пожары происходят в тех местах, где в нарушении всех норм. Строения стоят довольно скученно, но по каждому из случаев ведется расследование. Как рассказал начальник Солнечногорского отдела пожнадзора Вадим Черров, статистику пожаров значительно испортил май, когда люди выехали на дачи. Обитатели СНД зачастую мусор не утилизируют, а попросту сжигают. И это добавляет работы огнеборцам. У нас бывали случаи, когда мы, выезжая на тушение, пускай там двойные пожары, одного пожара, под носом пожарной части в Солнечногорске горели дома, и пожарным просто физически не хватало сил, средств. О том, как складывается ситуация с пожарами и противопожарной деятельностью, доложили представители муниципальных образований. При этом руководство района подчеркнуло, что готово оказать любую помощь в организации работы. В скором будущем пройдет инструктивное занятие с заместителями глав городских и сельских поселений, где будет рассмотрен вопрос профилактики чрезвычайных ситуаций. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».